«Мир не без добрых людей». В истине этих слов лично убедился житель Люберец Валерий Шумков. Месяц назад мужчине спасли жизнь неравнодушные люди, которые стали свидетелями его внезапного приступа. Подробности истории со счастливым концом у нашего корреспондента. Большая ступенька, и я на этой ступеньке зашатался. Парень и две женщины меня подхватили под руки. Посадили на стул, я со стула падал. Сразу же парень вызвал скорую помощь. Валерию Шумкову внезапно стало плохо на продуктовом рынке. В этот день, как по задуманному сценарию, оперативно отреагировали все. Начиная от случайных прохожих, заканчивая бригадой скорой помощи и сотрудниками больницы. Я хотела бы поблагодарить тех людей неравнодушных, которые помогли моему мужу в этот день. Через 15 минут после вызова скорой помощи он уже лежал под капельницей. Эти минуты просто для нас очень-очень дороги, потому что каждая потерянная минута стоит человеческой жизни. В случае Валерия Шумкова действительно важна каждая минута. У мужчины было прединсультное состояние. Опасность удалось миновать благодаря неравнодушию незнакомых людей и профессионализму врачей. В течение вот этих 12 дней мы провели весь комплекс необходимых мероприятий и обследовали, и подлечили. Выписали в более чем в удовлетворительном состоянии уже под амбулаторное наблюдение поликлиники. На днях Валерий Алексеевич отметил 70-летие. И он, и его супруга считают главным подарком на юбилей – спасенную жизнь. Луиза Егиазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.